привет, мои любимые девчоночки, с вами снова я, Аня, и сегодня я вам расскажу о моих покупочках. Как вы помните, у меня был другой канал, ну, если вы помните, конечно, если вы смотрели мои видео. Просто я удалила этот канал, меня вообще-то взломали, но потом я решила удалить, и я зарегистрировала новый канал. И да, не будем о старом. Не будем о плохом даже, будем о хорошем. Очень многое в жизни моей изменилось, потому что после того, как я удалила канал, мне было очень грустно. Да, мне было очень грустно, и я очень соскучилась по вам. Ну и давайте же начнем, перейдем даже к покупочкам. И первое, что купила, кстати, это было все для моего лица, вся ухода моя почти, все это косметика. И давайте же начнем, наверное, с моей покупочки, которая выглядела вот так-то. Это маленькая палетка на один цвет. Это палетка Рунан от Lancome. Ну, то есть, по цветочку уже, наверное, заметно, что это Lancome. Небольшое зеркало. И сами синие. Здесь, как всегда, снимается пленочка. В этой пленочке лежит аппликатор и сами синий. Вот такой вот у него красивый цвет. И мне даже очень понравился, и я решила приобрести. Аппликатор у него обычный ланкомовский, то есть еще не пробовала, но думаю нормально. Ну, как бы пробовала некоторые немножко есть, но пока что этот цвет еще не пользовалась. Так, далее, что купила, это были мои Ренара Лореаль Сафтач Блаш, Форд. Вот такие вот у него румяны сами по себе. Типа как аппликатор, я не знаю, как это кисточка. Да. Такие вот румяночки. И такая вот простая серенькая кисточка под цвет нашей коробочки. То есть нашей диагонали. Далее, что я купила, это тональная основа от Le Drop Paris. Вот так вот он выглядел. Кератин. Открывается, да, как просто тональник. Я немножечко уже использовала. Не буду, наверное, давить. Ну, вот, то есть, такое у меня. Не очень люблю, я как бы... Такие вот с такими крышками, ну что поделать, просто эта фирма моя любимая, я всегда крашу. Запах у него не очень клевый, но мне как-то не по запаху, да. Далее, что купила, это были две вот таких помадки от, естественно, моей любимой фирмы Estée Lauder. Вот это вот крышечки, вот это вот сами цвета, и вы видите, что это цвета мои любимые, да. Мой любимый розовый цвет. И вот эта помадка в 0,2 оттеночке. А вот эта вот помадка в 76. Немножечко побольше, да? Я думаю, даже немножечко. Не немножечко, а побольше. Также в моей покупке это было много. Это был планшет. Но планшет я покажу вам немножечко в другом видео. Вот такая вот. Расскажу вам о помадке первой, которую я вам показала, это в 0,2 оттеночке. Просто колпачок, ну, то есть все знают. И здесь нарисована лова. То есть помадка, она хрупкая. Ну, то есть, конечно, если ее поломать, то она... Или покрасить очень долго, то, конечно, она поломается. И запах у нее тоже приятный. На губах она будет совсем другая. Ну, то есть, такой холодный розовый цвет, и, ну, мне нравится, могу сказать. Мне нравится то, что кончик, я люблю кончиком красить. Вторая помадка, это в 76 оттеночке. Ну, точно так же она открывается, и у нее вот такой вот цвет. Также написано Love, обязательно. Ну, что Estée Lauder, я обожаю Estée Lauder фирму, у меня очень много. И расскажу о этом чуть-чуть. Цвет бледновато-розовый.
Да, то есть город, и мне он, ну, прикольно, мне нравится. То есть на губах он, ну, если растушевать, то будет красиво, если, ну, просто так, ну, такая же помадка, то есть нормально. Кстати, да, здесь написано «Филадельфия», мне интересно. Далее моя покупка была, да, вот такая вот. Да, я кушаю. Видите, за мое поведение. Это был гель. О-о, гель для бровей. Обожаю его. Гель такой белый. Белый, я тоже его приобрела, но это было вчера. А вот такой вот гель. Голубой. Да-да-да, я обожаю голубой. Да, извините, что это. Сейчас немножечко. Я просто немножечко разуюсь. Вот эта вот штучка была в такой же, только в белой. В такой же коробочке, только в белой. Да, еще я купила крем-соду. Ну, вроде бы как бы все. Кому понравилось, то ставьте мне пальчики вверх. Мои любимые. Кликните здесь кнопочку подписаться. Я очень-очень рада, что вы опять со мной, что я опять с вами. Я думаю, что вам понравилось это видео. Если так, обязательно пишите ваши позитивные комментарии. Всех люблю. Всем пока.